Я не знаю, просто не знаю, что делать. Я просто открою эту сокровищницу. Доброго времени суток, с вами Московодор, и сегодня мы будем открывать третью Immortal сокровищницу Компедиума, а следовательно, четвертую из пяти частей, которые мне придется открыть. Не будем медлить и приступим. Что ж, близится последние сокровищницы. В какой-то мере это уже перешедшие половину сокровищницы. Точнее, они и есть. Так как в общей сумме я уже испытал на себе около 100 в сумме. И мне осталось уже очень-очень мало. Мне остались третьи сокровищницы и сокровищницы... за превышение призового фонда. Их будет всего 3, они выйдут после интернешнл, поэтому их ждать еще не скоро. Поэтому приступим к открытию имеющихся сокровищниц. Поехали. Я верю, до последнего буду верить, что мне выпадет сейчас куча 50-уровневых баллов, потом мне выпадет куча Immortal Кналину, куча кинжалов на сварка золотых. Ну, здесь, мне кажется, вот золотые кинжалы на сварка действительно будут что-то стоить. Так как сварк довольно популярный герой в пабликах, его любят. Те, кто его пикают, конечно же. Поэтому он будет продаваемым. Нам нужно дорогие вещи. Нам нужно 50 уровней, кинжалы на сварка, ну и Кналину. Я больше жду действительно 50 уровней, поэтому, так как их, они более вероятно падают, и это 5 сокровищниц для меня разных классов. Быть может, там мне и Сенвокер что-нибудь дропнется когда-нибудь. Я не знаю, честно говоря. Кинжалы на сварка обыкновенные, конечно же, зачем мне золотые, да, гиб? Мне они не нужны, может быть, вот сейчас ты мне дропнешь вот... Нет, конечно же нет. Зачем? Мне не нужно это. Ведь так? Мне не нужны абсолютно редкие вещи, мне нужно какое-нибудь дерьмецо. Вроде героя, на которого я не играю. Да, я не играю за Экспирита, потому что не особо умею. И не хочу позориться. Вот это уже хорошая вещь. Это кинжалы на сварка, золотые, и я уверен, они будут стоить действительно чего-то... Действительно чего-то стоить, в отличие от всего дерьмеца, который мне выпало из всех сокровищниц, серьезно. Золотой котик, и то, может быть, будет меньше стоить, который мне выпал с первой сокровищницы, и все. Про остальное можно забыть. Пока сейчас это, наверное, самое дорогое, что мне выпало за все время. Вот, падай на Лину, падай на Лину, падай на Лину, нет! Почему? Почему? Просто вот... Вы видели, да? Вы видели, как это могло просто меня обрадовать? И, конечно же, вот сейчас! Почему? Просто дайте мне эту сокровищницу. Я не понимаю, что сложного в том, чтобы просто дать мне какую сокровищницу? Редкую вещь. Любую в данном случае мне здесь все подойдет из очень редких, как и уровни, как и ствар, как и Лина, разумеется. Все хорошо. Вот! Прекрасно! Просто прекрасно! 50 уровней! 50 уровней! Это 5 сокровищниц еще в нашу копилку. Копилку выпадания, возможно, с чего-нибудь крутого. А вот сейчас еще 50 уровней нет. Похоже. Это была случайность.
Тем временем осталось 6 сокровищниц. Последний рубеж. Почти последние еще 5 сокровищниц, конечно же, но... Тем не менее, если сейчас или никогда... Сейчас или никогда? Давай, 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 падай. Падай, хорошая. Падай, редкая. Нет, все улетает просто к чертям. Мне падает, конечно же, что-нибудь бесполезное, так как... Если не редкая, значит бесполезная. Где-то... Просто... Две сокровищницы, или я пропал? Просто пропал. Ну... Я не знаю. Просто не знаю, что делать. Я просто открою эту сокровищницу. Понимая то, что чудес не бывает. И похоже, я абсолютно отталкиваю все чудеса от себя. Просто. У нас остается единственное, что остается, это принять 50 уровней, активировать их. И понадеяться, что мне сейчас падает с каждой сокровищницы ультраредкий предмет. И если нет, то... Я не знаю. Просто пожалейте меня. Давай, вот, вот, булановая еда, нет! Нет! Почему просто вот сейчас мне не дать эту булаву? Или вот сейчас, прямо сейчас? Она падает мне, просто падает, падает. Нет. Я просто... Это сон. Скажите мне, что это просто кошмар. Это кошмар, в котором я не вкладывал 26 тысяч и не занимался всем этим. Не пытался выбить ультраредкий предмет, и почему они улетают? Почему они улетают так быстро? Почему они вообще улетают? Почему бы им не взять и не выпасть? В чем секрет? В чем секрет тех людей, которые выбивают их с первого? What you say? Давай. 50 уровней, продли мое счастье, продли его. Точнее, не счастье. Бессмысленных надеждах. Давай, сейчас, сейчас или никогда, последняя попытка, последний шанс. Давай, давай, ну же. Вы сами все видите, своими глазами. Поэтому, честно говоря, я не знаю, что после такого делать. Это, конечно, может быть и не самый последний, еще, может быть, мне повезет. Но если мне не повезло сейчас, не повезло тогда, то с чего мне вдруг может повезти и в дальнейшем? Ну ладно, у нас еще остается конец интернешнл, последней сокровищницы и, быть может... Быть может, мне повезет и в них. Быть может, мне и в них повезет. Тем не менее, спасибо, что смотрели мои видео, в частности это. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.